я красные таблетки написал, спаситель не придет. Вот. Типа взбодритесь. Вот. Почему я это говорю? Не потому, что я не хочу, чтобы он пришел. Я бы тоже был за. Вот. Придите, как-то помогите, спасите там, и так далее. Вот. И обычно, на самом деле, вот, вообще, кто устройство общества, оно позволяло такому делу происходить. Вот. Так или иначе, мы друг друга подпинывали, так сказать. Сейчас мы распинываемся. Время цифрового аутизма, когда все, наоборот, каждый разбежался по своим... Мир одиночек. Жизнь соло. Такая книжка есть. Вот. Мы все больше и больше привыкаем быть одни, сами с собой, с гаджетом. Гаджет, там, может, другие люди есть, но они через пропасть. 5G, там, по ним ковид распространяется, и другие люди. Вот. Так что, соответственно, мы сейчас обречены задуматься о своей жизни и начать ее что-то с ней делать.